І на продовження теми будемо спілкуватися із гостем нашої студії. Сьогодні це директор Дніпрокомунтрансу Валерій Лубинський. Добрий вечір нашому гостю. Ваші колеги вот в предыдущем сюжете мы с вами смотрели, напомнили, что сегодня чистый четверг. Действительно, у православных христиан сегодня такой день особенный. У вас какие новости о чистоте? Ну, вы знаете, у нас каждый день, наверное, чистый четверг. Мы работаем 365 дней в году, и 1 января, и 8 марта, и тем более в любой четверг, выходной, праздник и так далее. На сегодня у нас планы были вывести порядка 550 тонн твердых бытовых отходов. Практически к концу дня мы уже доходим до этой нормы. Сейчас еще весь транспорт практически находится на линии в городе. Люди работают в полном объеме. Работает порядка 25 единиц техники, работает порядка больше 100 человек трудового коллектива. Они, у них 12-часовый рабочий день. Ну, зачастую, вот как говорят люди, когда сложные погодные условия, они работают, будем говорить, да, всегда есть переработки определенные и так далее. А вот эти 550 тонн, которые запланированы на сегодня, это ежедневная норма или это в связи с... Она по-разному, она колеблется где-то от 500 до 550 тонн ежедневно. То есть это вот да, норма, практически, да. Норма дня. Ну, давайте тогда, что же все-таки в марте было? Что, кроме снега? Знаете, очень такой, конечно, сложная была ситуация. Практически вот это был третий такой серьезный снегопад, который фактически парализовал работу предприятия. Наши... Третий за зиму? Или да, третий за зиму. Ну, два были поменьше, поэтому мы все-таки с трудностями, но справлялись с ними. Третий в этот как бы белый или черный понедельник практически весь транспорт не выехал, потому что невозможно было просто выехать. Все последующие дни мы ежедневно выпускали максимум техники, максимум трудового коллектива выходил на работу, но, к сожалению, из норму дневную выполняли порядка первую неделю где-то на 30-40%, дальше вторую неделю пошли там 50-60 и по нарастающей, и сейчас практически выровнялись уже. Но, к сожалению, мусор – это такой продукт, который накапливается в геометрической прогрессии. То есть достаточно люди, вот одного дня, да, не одного выйти, дня сбоя, чтобы... и потом никакого-то недовывоза, естественно, он накапливается, накапливается и накапливается. Тем транспортом, который имеется, уже невозможно ликвидировать. Всегда надо привлекать дополнительный транспорт, дополнительные людские ресурсы. Привлекаете, да. Ну вот кроме того, что вы да. сказали, сегодня что работает максимально, 12 часов. Максимально у нас есть негабаритный транспорт, который возит негабаритные отходы, он весит это порядка, это 7 звеньев, они все работают тоже на ликвидации этих перенакоплений твердых бытовых отходов. Это же дополнительные расходы для вашего предприятия, естественно, да? Это дополнительные расходы. Дополнительно люди выходят. На сегодня есть большая нехватка личного состава. Это грузчики, это водители. Естественно, те люди, которые есть, они выходят в свой выходной день. Мы им платим, естественно, сверхурочные, что удваивает оплату. Естественно, это ложится все на плечи предприятия. Но это не ляжет потом на плечи горожан? Тарифы. Ну, у нас же есть тариф, он установлен, мы его не можем менять, это не в наших как бы силах. Есть законодательная процедура, это все в руках как бы местной власти. Тариф сегодня покрывает ваши расходы? Ну, ежедневные расходы, я имею в виду, не вот те сверхурочные. Сверхурочные уж извините, авиакомпании да. тоже несут расходы да. в связи с погодой. Тариф, к сожалению, на сегодня уже не покрывает расходы, он не позволяет обновлять технику, он не позволяет покупать какие-то запасные части, там, прок и так далее, ее вовремя качественно ремонтировать. Естественно, идет на сегодня большой отток трудящихся. Там за тот же февраль-март уволилось довольно большое количество людей. Сейчас есть большая нехватка в связи с тем, что мы не можем все-таки платить достойную заработную плату, как бы, планом, будем говорить, равномерную той работе, которую люди выполняют. Работа тяжелая, сложная. И когда транспорт выходил на линию, люди реально, эти же грузчики наши, операторы, они откапывали лопатами эти контейнеры, которые были просто занесены снегом, их таскали, рвали спины, руки и так далее.
То есть, естественно, людям надо платить больше для того, чтобы привлечь к тяжелой и трудной работе. Ну, то есть мы можем говорить, что на сегодняшний день никаких вот коллапсов нет, никаких мусорных войн нет, никакой в этом политики, вы знаете, ни, нам ничего в этом нет. Некогда вот участвовать, наверное, ни в каких мусорных войнах, тем более в политике. Мы привыкли работать, работали мы всегда нормально. Сейчас есть трудности большие, они связаны больше, наверное, с финансами, поэтому нам некогда в этом участвовать. Ну хорошо, а какой, вот, какой выход вы видите? Вот вы говорите, с финансами связаны, а как решать вопрос? Вы знаете, наверное, все-таки есть рынок. Рынок всегда диктует свое. Есть законодательство. По законодательству надо провести в городе конкурс и посмотреть желающих, кто придет на этот конкурс, по каким ценам, там, с каким ресурсом и так далее. Тогда будет понятно, какая цена должна быть, ну, чтобы не быть, я же лицо заинтересованное, вроде всегда же хочется больше, но тариф у нас, он формировался в 2011 году. За это время, ну, наверное, не подорожало, только воздух не подорожал, наверное. То есть, ну, и зарплаты не поднялись. Да, и зарплаты не поднялись. Поэтому на сегодня ГСМ выросла порядка 400%. Там, даже минимальная зарплата, инфляция. Там, тот же, мы работаем на импортной технике. Все запасные части, комплектующие, они импортные. То есть заводят, естественно... А вы все... на наших работаете? Наших нету, не существует. Существует в природе, и нашей нет той производительности. Экология ушла с рынка в 2012 году, потому что она работала на ЗИЛах, на нашем оборудовании. Они, для них тогда уже тариф оказался нерентабельным. То есть мы работаем на Мерседесах, на ДАФах, но, к сожалению, все это переводится, эти запасные части, они переводятся на евро, доллары и так далее. Поэтому вот, а сколько так. сегодня участников на рынке, на мусорном рынке? Вот сколько Если конкурентов ваших? По обслуживанию населения мы одни, на сегодня одни. Как если для частных структур, порядка там 8-10 есть небольшие. То есть единственное предприятие ваше, только предприятие сегодня Которое обслуживает население города, да. Именно по городу. Где-то 8-10 небольших есть перевозчиков, которые обслуживают коммерческие структуры там, в том или ином объеме. Именно бюджетные только вы, этого, наверное, бюджетные проводят тендеры, и тогда там мы участвуем, кто-то еще участвует. Но раньше было больше. Да, было. Большие компании, Гринка, Экология, они ушли как бы с рынка уже. Вы фактически монополисты. Ну, вы знаете, ну, единственные, мы да? монополисты как бы вынуждены. Поневоле, да. Да, последние три района мы как бы ни в каком конкурсе не участвовали, была... В 2015 году проведена чрезвычайная городская комиссия, которая как бы нас попросила на несколько месяцев повозить эти районы до проведения конкурса. Но, к сожалению, да, оно все как бы ничего нет более постоянно, чем временно. Этот период затянулся, и вот так мы оказались монополистами. Ну, я не могу не спросить о разорвании договора, да, прозвучало от горсовета. Будет разорван или уже разорван, и какие условия? Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, вы знаете, будет. Мы получили на сегодня, вчера письмо о том, что мы, как бы, горсовет маем, департамент в лице горсовет в лице департамента має намір розірвати договір, якщо там, ну, вы знаете, мы ж, как бы, компания нормальная, мы городская компания, которая работает здесь, наверное, больше 100 лет. Был когда-то АБОС, потом там трест и так да далее. Что, и так далее. Вот да. Ваши компании, мы как бы правонаследники да, этого всего и всегда работали. Коллектив здоровый, коллектив нормальный и так далее. И так далее. Но вопрос в чем? То есть мы тоже не заинтересованы ни в каком коллапсе, ни в каких там, катаклизмах для жителей города. И мы сами являемся жителями города. Поэтому, ну, если мает намер разорвать горсовет... Ну, вам-то поставлены условия, да? Вот ну, надо все, я... как бы, да. Мы будем стараться, максимально приложим усилий для выполнения этих условий. Там срок есть 15 дней, да? Да, конечно, да, да, да. Ну, это возможно для вас, вот с теми... Возможно, почему невозможно? Вопрос, темпами и с теми... Вопрос в подходах, поэтому, как бы, мы за то, чтобы, если нам нужно уходить с рынка, мы готовы уйти для того, чтобы плавно, спокойно, без катаклизмов для наших горожан. А что будете делать тогда? Куда вы Мерседесы ну, тогда будем, найдем работу, пойдем искать другие города, наверное. В села, в города, в Веси. Это ж такое дело.
Ну, я не поняла, вы настроены все-таки оставаться или да, все-таки ну, уходить? Ну как, решение же не наше. Есть городской совет, который принимает это решение. Есть предупреждение, да, что есть, ну, конечно, условия. Мы будем вы их выполняете, если вы хотите, вы говорите, да, мы их выполняем за 15 Естественно, дней. Естественно, будем можем. Выполнять и приложим максимум усилий для того, чтобы было нормально. Угу. Ну, то есть нам ожидать 15 дней, вот решение, конечно, посмотрим, конечно, да, и какое будет решение, и с вашей стороны тоже. Да. Модная ныне тема сортировки мусора. Это возможно вообще в нашем городе? Или это только красивые разговоры, чтобы быть похожими на Европу? Вот сейчас модно. Вы знаете, тема такая интересная очень, как бы мы ее всесторонне изучали. Конечно, все возможно, но, знаете, в Европе говорят, что сортировка – это искусство, именно созданная отрасль, как бы, хозяйства. То есть, как мы понимаем, для того, чтобы отсортировать уже ресурсно-ценные компоненты, это 10% от того, что есть в любом контейнере. То есть, то, что продается на рынке. Это пластиковая бутылка, это там металлическая какая-то банка и так далее. Все остальное, там порядка 50%, это так называемый РДФ, который можно сжечь. То есть, для этого это миллионные, десятки миллионов долларов вложения, для того, чтобы построить такие мощности, там, с большими фильтрами и так далее. Очень, это не прикладная задача, это очень серьезная масштабная задача для больших инвестиций и так далее. Ну, то есть это невозможно сегодня в Украине, в Днепре, привлечь, в частности? Ну и знаете, вот сжигание и утилизация мусора в Европе стоит там порядка 80-100 евро. То есть в Украине она сегодня стоит тона 80 гривен, то есть это порядка 2,5 евро утилизация, то есть это закапывание на полигоне. То есть вот надо сравнивать, и все это ложится, естественно, на потребителя. Если наши потребители готовы То есть платить, это влечет за собой да, увеличение я думаю, найдется, тарифа, конечно, ну или покрытие его с бюджета, там городского, да, республиканского, с какого-нибудь, кто заплатит за жителей. У нас же потребители мыслят как, что сортировать мусор, это значит поставить раздельные баки, и все. А что дальше будет, смысл есть, то что из раздельных баков все равно везут туда, куда. Вы же понимаете, совместно... даже поставить, если линию, через нее пропустить мусор, отсортировать 10% этих ресурсно-ценных компонентов, эти 10% от продажи их, они не покрывают, не покрывают тех затрат, там, электроэнергии, этого оборудования, которые на это будут потрачены. Поэтому я думаю, пусть там я плохой или кто-то другой, ну если нашлись бы много бизнесменов, которые вложили свои деньги, запустили, это было бы, и уже было у нас там на город 10, 20 или 100 этих линий, и как бы вопрос был закрыт. А элементарное с пластиком, с пластиковыми бутылками? Есть же вот эти сетки, да, эти сетки треугольные, есть, но они куда-то они, дело в том, что на сегодня, насколько я знаю, есть... Но это не ваша, очень, да, сфера? Это, не это наша. Уже мы компания другая. Не занимаемся, да? Есть куча небольших компаний, которые занимаются этим сбором этих бутылок, они закупают их в тех же там, вот как макулатуру, в тех же дворников, в лиц без определенного места жительства и так далее, там как-то сортируют, прессуют и продают. Этот рынок есть, но он на сегодня довольно серый, то есть... Мы этим не занимаемся. Ну что, завершаем. Днепр чистым будет. У нас завтра чистый будем четверг. Стараться, и в субботу, конечно, чистый четверг, конечно, тоже, правда? Да. Да. И вот за 15 дней увидим результат, я надеюсь. Чистый. Конечно. Спасибо за визит к нам в студию. Спасибо. За то, что разъяснили ситуацию. Я нагадаю нашим глядачам, спілкувалися із директором Дніпрокомунтрансу. Валерій Лубинський був у нас у студії. Говорили про ситуацію із вивозом сміття у місті.